Я с детства мечтал стать военным, и мне это помогает, потому что я приезжаю с отрядом, я командую, я смотрю на других командиров. Ну, то есть здесь я получаю огромный опыт. Я себя вижу защитником нашей страны, потому что, ну, меня так воспитали. Из винтовки стреляешь, шоколад собираешь, пулю, вот это все. Бегаешь, здесь же все интересно, ты бегаешь, носишься там. Люблю такое. Сейчас из зарницы иногда бывают мысли куда-нибудь пойти, все-таки связанное с военным. В будущем, когда ребята пойдут служить в вооруженные силы, им уже будет гораздо легче. Они точно видели автомат, они знают, как с ним работать. Они учат азы строевой подготовки, что тоже поможет.